Ну что, я на месте, друзья. Вот она, Прюсерная площадь. Сейчас сделаю пару снимков, которые залью в Facebook. Вот так это. Вот он. Прешерн. Ну что, друзья, интересно, конечно. Интересно. И чем классное, что еще видите, то есть на возвышенности вот в этом. Вон там крепость какая-то, мне кажется. Ого, круто. Я не знаю, как камера передаст. Это солнце как раз у нас. Солнце светит. Там часики есть. Ну что, интересно. Интересно все это. Ладно, едем дальше. Вот так за солнцем лучше. Когда солнышко сзади, мне кажется, картинка веселее получается. Электрокар. Такси. Кстати, тоже на номерах поехал. Вот так вот. Обычно, ну, я не знаю, погрузчики такие вот ездят на электрокартах. Он может что по дорогам, вот как раз. Ну, где я был, местный баянист. Славянский Music Hall. Ладно, едем дальше. Мы же катаемся. Не центром единым, но тем не менее. Друзья, сел я попить чай, перекусить. Ну, гамбургер, да, зелененький чай. Ну, вот такие вот уже орлы здесь. Смотрите, как отщипываю кусочек. Ложим, вот смотрите, только сюда, и они уже здесь. Хопа! Может, даже на раз руки будут есть даже. Мы сейчас посмотрим. Давай, давай, давай. Давай, голубь, ну голубь возьмем, давай, возьми. Ну кто, 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 кто? Ну бери, бери. Он боится. Оп, ну все. Кто успел, тот съел. Вот такие вот живжики здесь. Наверное, голубю и не успеется. Эх, прямо с носа вырвали. Ну, или с клювика. Ладно, мы уже пьем чай. И сел я вот на террасе. И потом поедем дальше. Так. Что? Движение, 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 друзья. Ну, мало людей, конечно. Наверное, деловая часть какая-то города, может быть. Кстати, здесь автобус ходит. Вот он. Едет. Номер 114. Или 14. Я уже зрение балуюсь. Ну, а так. Вот здесь пешеходная, мне кажется, улочка такая. Кстати, он прямо что-то так интересно смотрится. Ну, я все-таки, знаете, наверное, вернемся мы и там, где я был, уже чуть-чуть у подножия. И, как бы, не знаю, может, визитная карточка или нет, но, короче, пойдем мы наверх. Это замок, который вверху там. И там же, ну, раньше это вроде как была тюрьма.
И вроде как по местным поверьям, там до сих пор живет дракон, который присутствует символом. Символ на вот этом же, на ихнем флаге, вот Словения. Вот так вот. Ну, как обычно, по привычке, видите, друзья, то есть 11:35 сейчас, народ потихоньку выплывает своих апартаментов, кто-то где-то отели, кто-то еще какие-то, вот тоже красиво. Здесь какая-то так, здесь въезд запрещен, кроме велосипеда. Разен, не знаю, что такое разен. Разрешено велосипедом, наверное. Вот. Ладно. Погодка шикарнючая. Смотрите, какая группа велосипедистов. Я так понимаю, это велодорожка под вот эти, вот этой дорогой и туда вот прямо. А там уже, а там велосипедистов много очень. Там то ли парковая какая-то зона или что-то вот. Интересно, друзья. Ладно, едем назад мы. Как я и говорил, мы их все-таки посетим, постараюсь поехать в Люблинский замок. Люблянский, а не Люблин. Да я же путаю Люблин с Любляной. Все-таки столица и какой-то городочек небольшой в воеводстве в польском регионе. Может, сейчас левее так объедем периметр как-то. Паркоматы. Ладно, рулим. Так, будем смотреть, как через такой дебаркадер, или как будет проезжать машина.
Ба-бам! Нужно отметиться, наверное, как-то. Оп, есть. Шик. И все. А что для этого нужно? А я не знаю, что для этого нужно. Наверное, какие-то приборчики должны быть или как-то считать, я не знаю. Отель 4 звезды вот справа. Ну и опять мы возвращаемся к этому музыканту. Давайте вот так, чтобы нас не трясло. Хотя бы маломальски. Даже пакеты желтые, синие, разные. Ладно. Наша цель туда. Кстати, фуникулер поднятие платный. Пешочком бесплатно. Ну, а там дальше музей какие-то еще бывает. Не знаю. Сейчас глянем, что там, как там. Тоже что-то... Какая-то архитектура. Так, и надо где-то тут направо сейчас будем подниматься. Еще один какой-то памятник, водник.